У звичайних школах ви не знайдете пандусу. Зазвичай у звичайних школах ви не знайдете дітей з інвалідністю. Я майже впевнений, що ви не знаєте, що таке вальдорфська система освіти. Але тут, у звичайній школі номер 66, все це є. Тож давайте подивимося, як це працює. Мы много лет уже сотрудничаем с общественной организацией, которая называется реабилитационный центр «Прометей». Дети с этого центра у нас находятся в инклюзивных классах. В этой школе с нашего центра вот воспитанников 35 человек. Здесь есть дети с такими диагнозами, то есть это аутисты, это дети с синдромом Дауна, это дети с диагнозом ДЦП. Для этих детей, имеющих эти диагнозы, предусмотрено в государстве три формы обучения. Это обучение в коррекционных классах, это инклюзивное образование и это индивидуальное образование. Дети на дому не развиваются, и обучение им потом в будущем не пригодится. Мы придумали четвертую форму обучения. Это когда дети под нашу ответственность находятся целый день в этой школе. Причем они находятся больше, чем обычные дети. Они находятся здесь с 8 часов утра до 4 часов вечера. Они свободно перемещаются по школе и довольно нормально усваивают обычную школьную программу, естественно, адаптированную под них. Мы начинаем свою работу с раннего возраста. У нас дети приходят в наш центр в 2 с лишним года. Вот до 3 лет. Те, что приходят позже, им гораздо сложнее. Ребенок в 6-7 лет не понимает, что он не такой. Он не понимает, что нужно чего-то опасаться. И когда они пришли в эту школу, то школьники встретили их обычно, потому что и наши, как бы они улыбались, они себя адекватно вели. Сложно было, наверное, начинать. И, если честно, может быть, с какой-то опаской коллеги мои, да и я, наверное, в том числе, к этому мы относились. Самый главный вопрос, как воспримут дети общеобразовательной школы, детей с особливыми потребами. Очень толерантно, очень спокойно все эти процессы прошли. Дети легче приняли эту всю ситуацию, чем взрослые, чем родители этих детей. Даже забирали своих детей с нашей школы, уходили в другие школы, вот как бы объясняя, что их не устраивает, что есть дети с особенными потребностями. Инклюзивна освіта є дуже важливою для дітей з особливими потребами, тому що це, по-перше, соціалізація таких діточок, по-друге, це нові друзі, і, ну, і по-третє, це досвід у спілкуванні. Діти, які мають особливі потреби, знайшли друзів. Вони спокійно спілкуються не тільки з нашими дітками, а з усіма. Сніжинки. А як ви їх робите? Ми б'ємо їх отак, скручуємо трубочкою везде. Ви їх в класі оставите або домой понесете? Ні. В класі? Так. Да. А домой понесете что-то? Или дома сделаете такую же? Дома сделаем такую же. Ці діти – це нове покоління. Вони по-іншому дивляться на світ. Вони дивляться на світ через призму гаджетів. Завдяки ось таким комп'ютерам, завдяки програмам, які є в цих комп'ютерах, краще вчителю можна пояснити або закріпити той матеріал, який є на уроці. У мене також є я показую мишкою, показую, де що треба робити. Ми вже починали працювати в цій програмі, ми нажимаємо на їжачка, у нас йде загрузка програми. І вже вибираємо те сувенятко, яке нам треба. Дуже зручно, тому що діти бачать на екрані, що їм треба потім робити. 2014 року ми являємося школою, всеукраинской школы экспериментальной по внедрению вальдорфской системы обучения. Через все 11 лет у нас проходит живопись. Вот такая. Мокрым-помокрым мы начинаем первый. Вот это наш первый класс. Сейчас мы занимаемся рукоделием. Очень важно, чтобы у детей в первом классе в руках были натуральные материалы. Обычно это делают дети вдвоем. То есть кто-то из мотка мотает клубок, а кто-то этот моток в руках держит. И они должны уметь с собой друг с другом договориться. Легче в группах вязать или не страшнее? Сложнее. Мы должны намотать клубки и отдать людям, которые не надо. Нет, мы будем дарить им их на Новый год. Очень большое внимание уделяем художественному направлению. Но мы не воспитываем здесь художников. Просто через художественное ребенок и человек познает мир. У нас языки с первого класса. Первые 2-3 года мы говорим, только потом мы начинаем писать. И уже из письма мы приходим к чтению. Мы преподаем эпохами. Например, один месяц у нас эпоха русского языка, главный урок.
На следующий месяц у нас, например, эпоха математики. Для того, чтобы человек, ребенок не учил 6 уроков в день, и у него голова не разрывалась от полученной информации, а для того, чтобы все компактно укладывалось в наш головной мозг. Это очень важный момент для нас. Вязание. Вязать мы начинаем не в 7 классе, как в обычной школе, а в 1 классе. Для чего это делается? Когда ребенок спицы берет в руки, и правое и левое полушарие у нас задействованы. Для ребенка в 1 классе очень важно научиться рисовать прямые и кривые. А здесь мы начали учить римские цифры. Новый этап. 3. Каждая цифра у нас была рассказана сказка. Мы искали цифру 3 вокруг себя, в сказках, в жизни в нашей искали. Мы стараемся, чтобы у детей было много открытий, чтобы они этот мир открывали, чтобы не давали им готовый продукт. То, что мы сделали, это правильное решение. Почему? Потому что таким образом все остальные дети, они понимают, что есть и особенные дети, и они им помогают. Інклюзивна освіта дає шанс нам все ж таки виховати дійсно толерантне, дійсно добре суспільство. Спочатку ми повинні себе починати, а потім треба вивчати суспільство.